20 октября 2024 года в павильоне Азербайджана на ВДНХ при поддержке банка МБА «Москва» состоялся осенний чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14», посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана. Сегодня в павильоне Азербайджана на ВДНХ проходит второй осенний чемпионат интеллектуальной игры «Клуб-14». Более 20 команд зарегистрировались и играют на нашей площадке. Очень много молодежи пришло. Но не только молодежь, я должна сказать, что есть люди зрелого возраста, есть люди, которые преподают, занимаются научной работой. Все они пришли, кто-то поддержать, а кто-то и сформировал свою команду и пришел поиграть. Очень важно подчеркнуть, что приходят сюда играть в нашу интеллектуальную игру, в наш клуб не только азербайджанцы. Приходят люди всех национальностей, все те, кто проживают в России. Например, сегодня у нас даже представлены национальные павильоны, которые находятся на территории ВДНХ. Я должна сказать, что и в прошлый, и в этот раз банк МБА «Москва» откликнулся на нашу просьбу и выступили генеральным спонсором этих игр, сегодняшней игры. Международный банк Азербайджана в Москве и павильон Азербайджан уже давно связывают дружеские отношения. И мы очень рады, что наконец-то эти отношения материализовались в наш, можно сказать, совместный проект. А именно вот чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14». Международный банк Азербайджана в Москве уже второй раз выступает. Я не буду говорить спонсором, другом этого мероприятия. Мы очень рады, что уже не первый раз в стенах замечательного павильона собираются, ну, такие образованные, умные, молодые люди, которые имеют возможность проявить свои таланты, свои способности в рамках этого мероприятия. Мы от лица председателя правления нашего банка, от лица первых лиц, руководства, желаем всем участникам успехов. И, как всегда, выступаем спонсором мероприятия. Будем готовы через некоторое время встретиться с победителями и вручить призы победителям. Всем удачи! За право стать обладателем главного приза боролись 20 команд, представляющие молодежные движения, общественные организации, корпорации, государственные, образовательные и культурные учреждения. Всем салам алейкум. Сегодня вот второй раз проходит игра «Интеллектуальный клуб 14» по типу игры «Что, где, когда». Мы участвовали в весеннем чемпионате этой игры в мае. И так посчастливилось, что наша команда весной тогда заняла первое место. Мы выиграли, разделили первое место с другой командой. Там было две команды, как вы помните, которые победили. Вот сегодня, сейчас проходит осенний чемпионат. Тоже надеемся, что будем на лидирующих позициях. Постараемся, сделаем все возможное, чтобы занять первое место. Конечно, сегодня это еще сложнее, чем в прошлый раз, потому что сейчас мы видим, что команды, наши соперники, еще более подготовленные, еще более сильные. Но будем делать все, что от нас зависит. Спасибо большое организаторам этой игры, спасибо большое банку МБА «Москва»,
спасибо большое павильону Азербайджан, который организует, который проводит, который готовит прекрасные призы, и что еще больше нас стимулирует участвовать в этой игре и занимать призовые места. Спасибо всем большое. Ребят, поздравляю вас! Я сейчас в Азербайджан. Победителем игры стала команда «Хары Бюльбюль», представляющая благотворительную организацию «Сделай первый шаг». Вторые и третьи места разделились между командами коллеги. ЧАТ Москва из МГИМО и финансового университета при правительстве, а также команды под названием 4G. Фавориты игры получили ценные подарки от павильона Азербайджан на ВДНХ и банка МБА, Москва, а также супер, приз и хрустальный кубок. В турнире впервые приняли участие команды национальных павильонов ВДНХ. Хотим поблагодарить организаторов замечательного турнира. Клуб 14. Очень все понравилось. Рад, что в павильоне Азербайджана собрались много команд из разных стран, разных национальностей. Есть и сборные команды. Вопросы были очень интересные, достаточно несложные. Игра доставила большое удовольствие. Будем рады приглашению на последующие турниры. Всем большое спасибо.